Платье «Парижская ночь». Вообще, это мой выбор сегодняшнего дня, и я просто без ума. Я уже со всеми женщинами делилась секретом, что я положила глаз, как ваш стилист, как женщина, которая следует модным тенденциям, на бархатные ткани. Но я обратила внимание, меня расстроили цены в ателье. 1 метр такого бархатного стрейчевого велюрового полотна стоит сегодня не больше, не меньше 1800. Поэтому сегодня наша задача упростить ваш выбор праздничного одежде. Это, конечно же, платье. Платье – это вообще номер один. Любимая базовая модель в гардеробе женщины. Я напоминаю, платье «Парижская ночь». Цена только сегодня. Это специальное предложение дня – 2999 рублей. И вы не представляете, что скидка сегодня составляет 2400 рублей. Это практически половина стоимости нашего платья, Света. Я очень рада. Ну и у нас еще 3 расцветки на выбор. Давайте посмотрим на оттенок необычный. Называется он кофе. И шоколад. Вообще, ты знаешь, Леночка, я сегодня очень часто разговариваю с женщинами по поводу того, какие оттенки они предпочитают в праздничной одежде. И многие из них говорят глубокие расцветки. Вот вам глубокий цвет кофе. Очень красивый, насыщенный. Ну, а за счет того, что это велюровое стрейчевое полотно, посмотри, сколько у него оттенок. Я даже вижу здесь нотки баклажан, фиолетовый, такой глубокий, красивый цвет. Итак, еще одна расцветка. Кстати, именно ранним утром, Лена, синий цвет стал заканчиваться 50-52, то есть их стало гораздо меньше. Синий стал очень популярным. Ой, вот это красота! Такой красивый, действительно глубокий цвет, ты права, Свет. Ну, давай третий цвет выбираю сегодня я, и это оттенок бордо. Ты знаешь, что я люблю оттенки сирени. Мне здесь очень нравится, что все-таки здесь вместе с бордовым оттенком смешаны еще нотки сирени. Вообще редкие расцветки, вам не кажется? Это редкие расцветки, действительно очень красивые. Всю эту красоту и благородность вы сегодня получаете по цене 2999 рублей. Ну а скидка 2400, практически в половину стоимости платьев. Давай посмотрим на наших моделей. Давай с удовольствием, тем более, что есть о чем сказать. Ведь наша размерная линейка представлена от 50 до 60. И давайте посмотрим, как дистанционно не ошибиться с вашим размером. Давайте внимательно посмотрим на свою фигуру. Что бы вы хотели скрыть? Если вы хотите скрыть бедра, тогда могу вам точно сказать, у вас это получится. Выбирайте платье «Парижская ночь» размер в размер. Я могу вам сказать, что у Танечки сдвоенный размер 50-52, но низ у Тани 52. Посмотрите, как платье красиво сидит. Даже остается место. Танюш, давай чуть-чуть в зоне бедер покажем. Вот, сколько здесь свободы. Не нужно платье выбирать на размер больше. Именно эластичная текстура и мягкая стрейчевая текстура ткани позволит вам чувствовать себя комфортно, и вы можете отмоделировать свою фигуру. Люба. Люба носит размер 48. Но у Любоньки очень красивые пропорции, красивые плавные переходы от линии бедра к талии, плечики. Люба выбрала платье на размер побольше. И при этом платье сидит свободно, но не висит. Ты заметила? Я заметила. Выглядят они вообще просто шикарно. Это невероятно. Светочка, ну, будем стройнеть вместе с нами. А знаешь, за счет чего платье так идеально сидит? Да. Кстати, здесь у нас есть модельеры и скульпторы женской фигуры. Это подплечники. И что мне нравится, вот такая приятная деталь. Даже подплечники оформлены шелковистой вискозной тканью. Это говорит о многом. Это говорит о том, что производитель подходит к созданию своей одежды со 100% качеством. Светочка, погоди, вот как раз о ткани. У меня созрел вопрос. Ты уже упомянула, что это стрейчевый материал, но здесь сочетание тканей, я совершенно вижу. Верно. Давай посмотрим. Давай. С тобой. Кстати, издали очень видно контрастность. Мы видим стрейчевое полотно, цельное, вот такие линии, а рукава и вертикальные диагональные линии на платье выполнены из трикотажного вискозного прозрачного материала. Ты знаешь, вот такой легкий намек на прозрачный соблазн. Но мне очень нравится, что все-таки зона ручки, самое зыбкое место и зона проймы здесь закрыты рисунком. Это тоже велюр, это очень сложная техника. Вывязывание такого принта. Вот это да, вот это красота, вот это невероятная ткань, сочетание тканей. Это все вы сегодня получаете по цене только сегодня 2999 рублей.
Ленось, а я знаю, что вот многие женщины часто задают вопрос. Вообще у тебя возникает такой вопрос? Ты выбираешь себе наряд, а вот чем дополнить его? У тебя бывают такие проблемы? Конечно, Света, да я всегда сталкиваюсь с этим. Вот даже сегодня я не знала, что надеть, и решила пойти вот просто сделать такой воротник-котель. Смотри, Леночка, вот для многих женщин, кто часто заблуждается, как дополнить и какими украшениями, дизайнеры уже предлагают такой комплимент. Это стильная брошь в виде ожерелья, которая украшает воротниковую зону. И, кстати, у нас сегодня мы говорим о том, что жемчуг играет тоже очень важную роль в оформлении образа женщины. Это нежные жемчужные нити, которые сегодня Оксана Уфимцева будет вам предлагать в рубрике «Украшения». Так вот, браслетами наше платье «Парижская ночь» можно добавить и разбавить. Светочка, ну раз такие украшения, а как ухаживать будем? Ой, да все очень просто. Вот многие боятся, когда платья украшены, когда такие королевские материалы. Напомню, что это ткани новой технологии 21 века позволяют стирать это платье в домашних условиях при температуре 20 градусов. Но что меня больше радует, платье можно даже не гладить. О, вот это да, не гладим и стираем в обычной машинке. Успейте забрать свое нереально красивое платье, комфортное, которое вас будет еще и стройнить, за 2999 рублей. Еще раз напоминаю, размерная сетка от 50 до 60 и скидка 2400 рублей.